Вот, еще раз повторю, статья 19. Все равны перед законом и судом. А потом какие-то всю Конституцию прописываются какие-то права, у кого побольше. Ну что это такое-то вообще? Ну, они думают, что они такие типа хитрые, чинуши там как бы равны, но вот мы там начальники, и что? Это всегда будет приводить к краху. Зачем всех убивать-то и обижать, блин? Чтобы воровать, блин, кискоты. Так. Нет, я немножко пораньше закончил. Так, сейчас я вперед уже скаканул, потому что помню право. Все равны человеки. Так. Где я читал-то какой? Земля. Статья 11. А, нет. Статья 12. Местное самоуправление. А, второй, третий. 13, третий. Многообразие. Политическое многообразие, партийность, да, все партии говно. Общественные объединения равны перед законом. Ну зачем? Люди равны, человеки. Так, ага, это прочитал, ладно. Пятый. Запрещается создание. Ну и под это подводят всех, кто хочет что-то хорошее сделать, короче. Запрещается пятый пункт, как возможность манипулировать. Статья 14. Светское государство. Религия не может устанавливаться в качестве обязательной. Вообще все религии запрещены к обсуждению в государстве. Объединены, отделены от страны и равны перед законом. Зачем они нужны? Они вообще не нужны, как бы религиозные объединения, чтобы только люди друг друга убивали. Статья 15. Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие применяется на территории. Хорошо. Законы не должны противоречить Конституции. Это тоже хорошо, но они противоречат. Что дальше? Жаловаться некуда. Суды, как часть диктаторского государства, все это покрывают. И выход только развал. Ну, сейчас уже, надеюсь, все это исчезнет, все это говно, все это издевательство над людьми. Второй. Органы, должностные лица обязаны соблюдать Конституцию и законы. Ну хорошо, а законы противоречат, если, то что делать-то? Не должны, а противоречат. Третий. Законы опубликовываются, опубликованные не применяются. Ну, в общем, опубликовываться просто. Не обсуждаются, а опубликовываются. Круто. Третий это круто. Четвертый. Международного права, международные договоры являются составной частью правовой системы. Ну, как бы да, надо брать с прогрессивных стран, но на самом деле, естественно, никто брать не будет, потому что исчезнет эта несправедливая сторона. Установлены иные правила, чем преступный закон, то применяются правила международного договора. А, вот поэтому они вышли из договоров. Уроды, уроды. Статья 16. Положение настоящей главы составляет основу конституционного строя и не могут быть изменены иначе, как в порядке, установленном Конституцией. Но они могут просто не соблюдаться, и все, что и есть. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации.
Они противоречат, я уже сказал вам 100 раз. 19-я, все правы перед законом, и статья про президента и, в общем-то, органы вот эти власти, у которых больше власти, чем у человека. Почему у органа муниципального, судебного какого-то больше власти? Все равны права. Хотя права написано во второй главе. Никакие другие положения не могут противоречить основам. То есть все-таки бы со второй я взял бы и поместил бы в первую главу. Но фактически все равно там это написано. Положение основам конституционного строя. Основы. Так. Глава вторая. Права и свободы человека и гражданина. А, теперь я понял, в чем разница. Статья 17. Признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно принципам, нормам международного права. Не, а международного вот нету здесь. И в соответствии с нашей Конституцией. Второе. Основные права и свободы человека неотчуждаемые принадлежат каждому от рождения. Ну и что? Все равно есть рабы и бояре. Третье. Осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свобод других лиц. Ну вот круто. Права и свободы президента. Они нарушают права и свободы других людей. Ну что за фигня? Статья 18. Права и свободы человека непосредственно действующими. Не определяет смысл содержания и применения законов, деятельность законодательной исполнительной власти, мест управления и обеспечиваются правосудием. Ну вот суд и прочитай, что противоречие есть. Статья 19, пункт 1, запомните, все равны перед законом и судом. А почему президент не равен мне? Что такое вообще? Это ужас. Второе. Равенство прав и свобод гарантирует страна, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения. Ну, чё за вот там же вот чинуши всякие, чё у них больше? И это прописано прямо в основном законе. Место жительства, отношение к религии, убеждения, к общественным обвинениям, а также других обстоятельств. Запрещается ограничение прав граждан. Запрещается прав граждан. Но сама Конституция это и вводит. Мужчины и женщины имеют равные права и свободы, и равные возможности для реализации. А почему женщинам пенсию там, ну, дольше они живут, а пенсию раньше, по-моему, выходит, да, раньше же. То есть неравные права. Статья 20. Каждый имеет право на жизнь. А без этой статьи не имеет права на жизнь. Здорово. Смертная казнь. Против жизни. С участием присяжных заседателей. С федеральным законом. Смертная казнь. Казнь, казнь. Ну хорошо, для предателей Родины бы, для всех этих чинуш сделать ее. Статья 21. Достоинство храняется страной. Что не может быть основанием для его умаления? Ни о чем. Ты раб и все. Фактически ничего не докажешь. Государство будет тебя елоськать, пока в труху не сотрет. Второй. Пыткам, насилию, жестокому унижающему достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть подвергнут медицинским, научным и иным опытам. Хорошо. А если может быть, жаловаться некуда. Статья 22.
свободную личную неприкосновенность. Ну, ни о чем. За какой-нибудь маленький штраф можно вести смертную казнь, и это в законе. Арест допускается по судебному решению, то есть по решению какого-то чинуши. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Статья 23. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. А почему теперь читают все письма там, если не преступники, всем подряд читают? Ну, нарушает конституцию, в общем, понятно, да? Каждый имеет право на тайну переписки, переговоров, почтовых, телеграфных сообщений, ограничения только на основании судебного решения. Без судебного решения все читают преступники в всяких структурах, нарушают эту статью. Дальше. Статья 24. Сбор, хранение информации о частной жизни без согласия не допускаются. Ну, типа галочку там ставят, ее в мегафоне там всяких есть. Согласие на передачу третьим лицам. Ну, поставьте галочку. Хотя даже можете не поставить, они все равно передадут. На что наказание? Да никакого. Я бы сделал казнь. Органы власти должны лица обязаны обеспечить с документами материалы, непосредственно затрагивающие его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. Нет, вот этого, если иное, не предусмотрено законом, надо убрать. Обязаны все предоставлять. Тут мошенничество. Статья 25. Жилище неприкосновенно. Никто не может проникать. Либо сейчас напишут по решению суда. Да. То есть, чинуша решает твою жизнь фактически. Статья ни о чем. Статья 26. Первый. Национальную принадлежность. Никто не может принадлежности национальной. Хорошо. Второй. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. А как обучение? Ну, обучение у нас один язык. Какие еще? Так, продолжаем. Национальность. Я 26, раздел 2. Так. Свободный выбор языка общения. Да, нерабочая статья. Статья 27. Имеет право свободно передвигаться, брать пребывание и жительство. Но поскольку он нищий, он ничего не может. Большинство нищие. Ни о чем. Просто пожелание здоровья и счастья. Пожелание ни о чем. Второе. Выезжать за пределы. Возвращаться. Статья нарушается, да. Типа должен какую-то копейку ворам. Все. Иди в тюрьму, сдохни. Статья 28. Совесть и вероисповедание. Исповедовать индивидуально и совместно с другими любую религию. Не исповедовать никакой. Свободно выбирать, иметь, распространять религиозные иные убеждения. Действовать в соответствии с ними. И, а там же религиозных... В соответствии надо всех постоянно увлекать, дурить. Нельзя ни религии, только вот дома никому не показывая, нельзя так делать. Что это такое? Все религии злые, ужасно. То есть можно, я бы оставил, но без показа в общественных местах, на улицах, ничего не должно быть ни на тебе. Если здания какие-то религиозные, пускай они будут, но никаких символов, потому что, естественно, само их присутствие уже начинает делить людей и делать неравноправными, что нарушает основы конституционного строя. Пускай делают, что хотят люди. Ну, естественно, потому что религии фактически просто говорят, убивай другого неверного, любая... Очень важная статья, ну тут